Здравствуйте, уважаемые гости канала «Дача и кухня Алекса» и также постоянные слушатели. Сегодня мы с вами продолжаем готовить вкусняшки. Неделя, приближающаяся к женскому дню, продолжается. Я сегодня готовлю салат. Салат довольно необычный. Это также мой дебют. Сложность этого салата заключается в том, что изначально ингредиенты, которые в него были предложены, меня поставили, честно говоря, в ступор. Дело в том, что моя супруга попросила ей приготовить очень какой-то оригинальный вкусный салат, чтобы в нем, во-первых, была ветчина, именно ветчина. Во-вторых, там был свежий огурец и что-нибудь сладенькое. Изюм, чернослив, курага. Задача была поставлена. Мне пришлось поломать голову, полазить в интернете, найти такой вот необычный рецепт салата, в котором сочетались бы все эти три ингредиента, которые она заказала. Я этот салат нашел. И сегодня я его хочу приготовить и приложить вашему вниманию. Назовем его так. Салат необычный. Итак, друзья, погнали. Берем 400 грамм филе курицы, ставим на плиту и будем варить после закипания 30 минут. Берем 5 яиц, ставим на плиту, доводим до кипения и после закипания будем варить 11 минут. Берем один свежий огурец и режем его на небольшие квадратики. Теперь берем 150 грамм чернослива без косточки и режем его на маленькие дольки. Теперь берем с вами ветчину. Ветчина у меня ГОСТовская, из говядины. Производитель Калинка. Продукция у них всегда хорошая. Ветчины у меня 500 грамм. Нарежем ее на тоненькие дольки. Берем 150 грамм сыра и натираем его на крупной терке. У нас сварились яйца, мы их остудили, почистили, порежем на мелкие квадратики. Мясо тоже у нас готово, мы его немножечко остудили в холодильнике, режем на маленькие кубики. Так, на дно нашего салатника выкладываем мясо. Сверху его поливаем немножко майонезом. Высыпаем кукурузу. Далее выкладываем чернослив. Теперь высыпаем огурец. Следующим слоем высыпаем яйцо. Последний штрих к нашему салату – натертый сыр. Ну что, друзья, мы с вами приготовили вот этот необычный салат. Видите, в сечении он очень красиво смотрится. Все ингредиенты идут слоями. И ветчина, и огурчик свежий, и сладенький чернослив. И вы знаете, каждый слой я попробовал отдельно, и все получается очень вкусно. Так что я думаю, что в комбинации получится необыкновенно вкусный салат. И думаю, что он понравится моей любимой супруге. Что она скажет в праздничный день? Такая, друзья, у нас получилась красота. Думаю, такой салат украсит любой стол, любой праздник. Как всегда, по традиции, на дорожку у нас небольшой анекдот. И опять анекдот, посвященный нашим женщинам. В автобусе жена ругает мужа. Ты бабник, ты ловелас, ни одной юбки не пропустишь. Рядом женщина стоящая обращается к жене. Женщина, извините, пожалуйста, а вы его ругаете или рекламируете? На этой позитивной ноте, друзья, я с вами сегодня прощаюсь. Вам желаю крепкого здоровья, приятного аппетита, оценить лайками мой скромный труд и попытаться сделать такой же салат. Еще раз, милые женщины, поздравляю с наступающим праздником. Вам счастья, радости, солнца и прекрасного настроения. До свидания, друзья, до новых встреч. Алекс продолжает готовить. Всем приятного аппетита.